эмуляторы всегда пользовались повышенным вниманием геймеров. Но, несмотря на большое количество игр подобного жанра, разработчики продолжают свой тяжелый труд и выдают на гора все новые и новые версии. Вот и компания Virgin некоторое время назад выпустила хоккейный симулятор NHL Power Play. Приобретая его, вы получаете редкую возможность принять участие в мировом чемпионате, в играх НХЛ, а также в товарищеских матчах с любой из 26 команд Северной Америки. Вашей власти выбор стадиона, назначение судейской бригады и, конечно же, выполнение функций главного тренера. А это означает, что вы можете отбирать игроков, формировать деяния и решать, кто именно выйдет на ледовую площадку в ту или иную минуту матча. Powerplay учитываются персональные характеристики игроков, уровень мастерства, результативность и даже возраст. Нельзя умолчать, что новинка является модернизированным вариантом версии NHL 96. Но за прошедшее время разработчикам удалось значительно улучшить интерфейс и использовать все возможности 3D-графики. Благодаря этому все действующие персонажи выглядят вполне реалистично. К тому же во время игры вы имеете возможность лицезреть хоккейные баталии с 5 камер. Причем в каждой из них можно изменять угол обзора. Правда, при этом в вашем компьютере должен быть установлен графический акселератор. И еще. В последнее время многие игры выпускаются с поддержкой сетевого окружения. Не стало исключением и Power Play. В ней могут одновременно участвовать до 6 человек. Так что играйте в хоккей и в компьютерные игры. Это занятие для настоящих мужчин.